Подскажите, пожалуйста, по какой схеме мне привычно не вынашивание, а два поздних выкидыша на сроке 19 недель? Рекомендую вам пройти у нас обследование. То есть, что бы я рекомендовал? То есть, мы уже об этом многократно говорили, но исследование здесь идет достаточно стандартное. Лечение может быть разное. То есть, первое, что нужно сделать, это проверить на различные аутоиммунные факторы. То есть аутоиммунные факторы могут играть в нарушении плацентарной функции огромную совершенно роль. И это должна быть панель антител, которая включает в себя максимальный список вот этих антител против фосфолипидов, потому что иногда ограничивается каким-то одним, двумя там, или несколькими. Вот раньше я тоже так думал, что вот если там есть антифосфолипидный синдром, то тогда будут так или иначе они там проявляться, пусть в небольшом количестве. И вот мы говорили вслед за профессором Биром по поводу пестрой формы анализа на аутоантитела, когда вот, в общем-то, их несколько, но они такие слабенькие все. Я могу сказать совершенно четко, то есть при антифосфолипидном синдроме существует несколько триггерных механизмов, существует несколько патогенетических механизмов, из-за которых образуются антитела. И эти патогенетические механизмы могут быть разными для образования антител к кардиолипину или к аннексину 5, либо к бета-2-гликопротеину 1, либо к фосфатидилэтаноламину, либо к протромбину. То есть проявления могут быть похожие, и диагноз будет ставиться антифосфолипидный синдром. Но, может быть, единственное абсолютно антитело, которое есть повышенная концентрация антитела к какому-то одному фактору, остальные могут быть полностью в нормальном варианте. Поэтому здесь должно быть полное, максимально полное обследование на антифосфолипидные антитела. На антитела к ДНК, нативные и денатурированные, очень важно. В качестве скринингового анализа при таких случаях я бы рекомендовал бы анализ, он очень неспецифический, он очень тяжело интерпретируемый, он интерпретируется только в контексте, но это на антинуклеарный фактор, на клетках. То есть это тоже очень значимый показатель, который прочитать можно только в контексте других показателей. Но тем не менее, если у пациентки все нормально, но есть только одно повышение, стабильное повышение антинуклеарного фактора, такое мы тоже очень часто видим. Ревматологи таких пациенток не берут, они говорят, ну, у вас нет аутоиммунного заболевания, а вот есть антинуклеарный фактор, ну и что? Ну, вот. И дальше должен быть иммуноблот. Да, антитела к ДНК нативно денатурированные, антитела против щитовидной железы обязательно, и лучше смотреть тогда в таких случаях не только антитела к ТПО, но и антитела к тиреоглобулину, потому что у меня как-то получилось так, что кучно на вот прошлой неделе прошедшей прошло сразу несколько пациенток с очень нестандартной конфигурацией антител против щитовидной железы. То есть были антитела против тиреоглобулина, но не было антител против тиреоидной пероксидазы. То есть это достаточно редкий случай. И иммуноблот, так называемый, на антинуклеарный фактор нужно сделать обязательно, потому что если мы пропустим скрытые риски аутоиммунных состояний, мы получим проблемы. Дальше мы должны посмотреть полиморфизмы генов гемостаза, причем лучше сделать эту линейку такую нормальную, вот как наша линейка, понимаете, которая включает в себя целый ряд показателей, которые редко включаются в эти линейки, понимаете? И это очень важно, потому что там каждый показатель стоит на своем месте, каждый показатель значим. Очень важно, я уже об этом говорил, полиморфизмы генов цитокинов тоже посмотреть. Полиморфизмы генов гемостаза посмотреть. Вот. Полиморфизмы генов сосудистого тонуса посмотреть. То есть они показывают разные. К сожалению, понимаете, не везде вам смогут этот анализ нормальным образом прочитать. Поэтому мы вам его... Ну, то есть здесь важна консультация врача для того, чтобы объяснить, почему вот этот, какое это имеет значение и каким образом мы подбираем эти все дозировки. Иначе это все будет напоминать какое-то шаманство. А шаманства здесь никакого нет вообще. Понимаете, это не то, что мы там чудим. То есть по поводу каждого нашего назначения это ссылки идут на очень серьезные публикации, потому что мы центр научной медицины. Вот. И дальше получается следующее. Очень важно посмотреть иммунные факторы дополнительные. То есть это иммунограмма. Нужно посмотреть обязательно, там мы можем ее увидеть. Иммунограмма, она хорошо интерпретируется в контексте генетики и в контексте обычных показателей. Дальше получается... И очень важно, конечно, вот то, что вот я очень рекомендую, это HLA
гены HLA, гены первого и второго класса. Оба супруга, если сдают этот анализ, мы получаем очень интересную ситуацию. Мы получаем интереснейшую информацию по поводу скрытых предрасположенностей, скрытых факторов риска, рычаги для лечения, рычаги для того, чтобы оценивать тяжесть той ситуации, которая есть у пациентки, перспективы, то есть возможность конфликтов, которые могут быть по так называемой С1 и С2 системе, которая может давать ухудшение плацентации и потом декомпенсацию, на которой происходит остановка развития беременности. Вот. А если в 19 недель дважды повторялось, конечно, здесь вот иммуноблот на антинуклеарные факторы, которые я назвал, он может быть очень значим, потому что мы можем увидеть антитела, ассоциированные с синдромом Шегрена. То есть это антитела SSA, SSB или анти-РО-52, наиболее значимые антитела, которые ассоциированы с риском остановки сердца плода на большом сроке беременности, примерно таком, как ваш. Вот. То есть, в принципе, это все выявляется и в подавляющем большинстве случаев, если пациентка соблюдает рекомендации, потому что очень часто, к сожалению, не соблюдают. Очень часто бывает так, что эти рекомендации начинают ломаться. То есть, где все продумано до запятой, это начинает модифицироваться. Давайте здесь мы вот это добавим, а здесь вот это. А почему вот это? А ой, это препарат, я страшно. Вот почему вот так? Почему иммуноглобулины? А кому они нужны? А зачем клексан? Это такой страшный препарат и так далее, и так далее. И в итоге получается, что вся вот эта вот суть того, что было проведено, выхолащивается полностью и идет повторение ситуации. И мы должны тогда подключаться уже после того, как пошла вот эта сложная ситуация. Поэтому вот примерно я сейчас рассказал тот комплекс исследований, который мы обычно здесь назначаем.